Уважаемые читатели, всем добрый день. Мы сейчас находимся в парке и уберем две бутылки, вижу, которые наши граждане, сограждане выкинули прямо на траву. Требуется супер навык, но даже вот придерживая собаку, можно эти бутылки собрать и отнести. Знаю, что без перчаток не очень позитивно, конечно, но сейчас перчаток нет. Мы с Тохой сейчас уберем эти две бутылки. Вот одна урна, а вторая находится даже чуть-чуть ближе. Подходим. Так, шли мы сюда порядка 40 секунд. Огромное время на самом деле. Все, Киев чуть чище. Тошка молодец. Друзья, всем еще раз добрый день. Мы только что видели, что каждый гражданин, даже такой, как я, может сделать Киев чище. Всем удачи, цените жизнь. Ваша мразь Антонов, до связи.